15 июня в Каспийске прошло ресурсное мероприятие для представительниц прекрасного пола. Организаторами выступили движения «Матери России», «Республики Дагестан» и Дагестанский профессионально-педагогический колледж. Среди участниц – жены военнослужащих, защищающих нашу страну в рамках специальной военной операции. Главной задачей мероприятия стало формирование их здорового психоэмоционального состояния, которое позволяет поддерживать боевой дух своих мужей, создавая созидательную атмосферу в кругу близких людей, давать своим детям необходимую заботу и психологическую модель для подражания, показывая пример веры и стойкости. Береговая зона Каспийска в этот день превратилась в место для нетворкинга, вдохновения, восстановления и получения новых знаний. Важной частью мероприятия стало привлечение квалифицированных психологов, арт-терапевтов и медиаторов.